Торгово-развлекательный комплекс «Галерея» в Санкт-Петербурге продолжает свои мастер-классы для детей и родителей. Всех желающих там обучают технике оригами, кулинарии, изготовлению открыток, лепки и многому другому. Корреспонденты телеканала «Улыбка ребенка» попробовали себя в творческих делах. Совместное творчество сближает. И это уже не в первый раз доказали организаторы арт-проекта Хэнка Хофстра в торговом центре «Галерея». Здесь каждые выходные вплоть до 18 августа для всех желающих абсолютно бесплатно проводятся творческие развивающие мастер-классы для детей и взрослых. В условиях современного мегаполиса, где все из стекла и металла, очень не хватает вот именно таких маленьких зеленых островков, где можно прийти, отдохнуть, поиграть с детьми. Идеи у нас две. Первое – это возможность для родителей прийти и не оставить, а вместе со своим ребенком участвовать в чем-то действительно интересном, полезном. А второе – это, конечно же, увидеть наших божьих коровок, узнать больше об арт-проекте и тем самым прикоснуться к современному искусству. Цель этого проекта очень простая – показать взрослым мир таким, каким его видят дети. То, насколько он прост и в то же время прекрасен. Как божья коровка, которая является символом этого арт-проекта.